прочитал комментарий. Там умный человек написал, говорит, вам же, говорит, просто сказали, что вы, говорит, не пристегнуты ремнем, а вас, говорит, понесло. Давайте немножко на эту тему поговорим. Я считаю, что это интересная тема для беседы. Во-первых, начнем с того, что несет исключительно тех, кто вовлекается в это эмоционально. То есть глупцов постоянно несет. Мудрый человек использует те события и явления, которые возникают вокруг него, чтобы посмеяться вместе с Боженькой и с разумными людьми над тем абсолютным идиотизмом, порой происходящим вокруг. Это же, по-моему, очевидно. Потом вопрос такой, говорит, просто сказали, ну, просто попросили одеть масочку, вас просто попросили снять штаники, вас просто попросили раздвинуть булочки, вас просто попросили орать погромче от боли, слоник будет вас трахать, вас просто попросили защититься от того, чего не существует. Ну, просто же попросили. Ну, сделайте, что вам? Сложно, что ли, мой хороший? Какие проблемы? Говорит, это уже так просто. Просто попросили. Поэтому, друзья мои, ничего не бывает просто. Если приходит запрос, он может приходить в разных формах. Он может приходить в простой форме, просто попросить, и в сложной форме, когда не просто попросили, а вот так сделали еще. Ну-ка, вкали! Или ну-ка, одень на морду тряпку! Ну, по-разному же могут попросить. Это же смысла-то не меняет. Ну, совсем просто принудительно просит тех, кто не хочет сделать это просто. А тот, кто не хочет и принудительно сделать, это же вообще безобразие. Таких нужно срочно призвать к порядку и желательно всех наказать, осудить и наказать. Если каждый будет просто говорить, просто позвонил в НКВД, просто рассказал про соседа, просто подумал, что у соседа что-то не так, просто позвонил в НКВД, просто рассказал, просто подсказал. Все в этой жизни просто, понимаете? Говорит, ну а что, говорит, это же несложно. Это, говорит, совсем несложно. Позвонить куда следует, указать, кому следует и кому не следует. А кто решает, кому следует, а кому не следует? Указывай. Понимаете? Поэтому вот это вот просто-непросто, все совсем непросто. Не просто-просто. Получается. Вот об этом стоит подумать. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Владимир, что вы знаете о ипостаси? Птица Феникс. Пришло понимание, что это мой тотем и оберег. Смотрите, даже если бы в контексте того, о чем вы спросили, я чего-либо знал, я вам рассказывать об этом не имею никакой возможности. Вы пишете о том, что это ваш тотем. Вам необходимо самостоятельно получить информацию, а лучше всего почувствовать сердцем. Потому что то, что вы найдете, это мертвая информация. Может быть, она когда-то и кем-то использовалась. Но определение того, что и для чего, может сформироваться у того, кто пользуется чем-либо исключительно самостоятельно. А иначе вы будете использовать чье-то. А в этих вещах чье-то использовать нельзя, потому что тогда вы будете подключаться к тому эгрегору, который, очевидно, может принести вам большие неприятности. Ну, может и не принести.
Скоро опять заставит трусы на лицо одевать. Ну а что же, интересно. В этот раз, я думаю, прежде чем заставить трусы на лицо одевать, еще попросим туда пернуть сначала. А потом одевать. Для того, чтобы было вкуснее рабам. Родная в РФ, родная сестра, страшнее НКВД. Ну, бывает так, что они в связке работают. Сестре, к примеру, как там частенько достаточно случалось. Сестре квартира нужна, надоели вы там своими пьянками, гулянками или там вот другими какими-то действиями. Да и просто вот нахамили ей, нагрубили. Сеструшка в НКВДшку позвонила в 30-х годах. Говорит, братишка, так, говорит, это самое, говорит, враг народа. Да, говорит, доллар, говорит, хранит где-то, говорит, за унитазом. Приезжайте, говорит, посмотрите. Сама туда доллар. Хоп. И все. И квартирка свободна. Развлекайся сколько хочешь. Как вы думаете, кумыс полезный? Думаю, что да. Если животное кушает экологически чистую еду, а не комбикорм. Подскажите, пожалуйста, куда вложить свои финансы? Ну, в какие-то полезные вещи, при помощи которых вы сможете производить себе продукты питания, когда их вкладывать будет уже некуда. Сейчас чаще всего люди вкладывают свои финансы в карманы аферистов с официальными удостоверениями и без. В Израиле 2 дня небо было желтое, с зимними облаками, наверное, душно и влажно. На Голанах шел дождь, а летом раньше дождей в это время не было. Уже по делу. Вы что думаете, что землю обетованную ее не опыляют, что ли? Или там заботятся обо всех евреях? Страшным делом. Если вы посмотрите, что, собственно, происходит и где у нас максимальная эффективность по защитным мероприятиям, то Израиль впереди планеты всей. Да? А как было интересно во времена Второй мировой войны, вы что думаете, это то, что устраивал там товарищ Гиммлер вместе с товарищем Гитлером? Это все так, случайность какая-то случилась. Они сами там, моча им в голову ударила, а евреев уничтожать и сжигать. Геноцид производить. Если вы так до сих пор думаете, то тождественность ваших мозгов, она сравнима с тождественностью говорить в жопе. Это значит абсолютное отсутствие понимания того, как все это происходит. Никто не может здесь ничего утилизировать без приказа сверху. Все по плану. И, собственно, евреи же евреев утилизировали. А вы думаете, что это какие-то там арийцы, что ли, занимались этим? Святая наивность. Сегодня посмотрела фильм «Королева Матрица. Гребенница». Вот, интересный фильм, надо будет посмотреть, не смотрел. Владимир, сезонная аллергия излечивается достаточно быстро. Это связано с лимфатической системой и с очисткой организма. Через Юлечку записывайтесь, плюс 7-499-638-3184. В Украине в этом году почти не было колорадских жуков. Притравили гады. Не могут бедные колорадские жуки выживать в этих жутких условиях. Нужно написать жалобу в Организацию Объединенных Наций, что они своими защитными мероприятиями с ультрафиолетом, связанные там с изменением климата, бедных колорадских жуков почти истребили всех, сволочи. Владимир, приветствую. Как считаете, то, что сейчас происходит, это по итогу на благо? А всегда все на благо происходит, никогда ничего не происходит во вред. В индивидуальности и на короткой дистанции времени индивидуум может объективно считать, что определенные события происходят во вред. Да, безусловно.
ум имеет всю необходимость считать именно так. Но если посмотреть отвлеченно от своей физической тушки на длинные дистанции времени, то очевидно, все во Вселенной происходит всегда во благо. Владимир, подскажите, пожалуйста, что можешь сказать о банных процедурах? Безусловно, полезные вещи, потому чем хороши банные процедуры? Кстати, гидроаэромассаж тоже очень полезная вещь. Почему? Потому что выводит из организма токсины через кожу. Вот чем они полезны в первую очередь. Даже плохой нам дается во благо. Безусловно, плохой в первую очередь во благо дается. Потому что когда у человека все тип-топ, он вообще ни о чем не думает и только деградирует. Еще, говорит, никто никуда никого не призывает. А потому что обкакались и в страхе бегут уже куда-то. Уже больно. По поводу туберкулеза могу сказать, что у меня есть методика излечения от туберкулеза. Правда, там есть одно растение, которое очень сложно достать. Красные книги. Но, тем не менее, есть. Даже с последними стадиями туберкулеза поднимают надо. От СВЧ рассказываю, как можно защититься при помощи ткани Фарадея. До новых встреч, дорогие друзья. Рад был со всеми сегодня вами ментально пообщаться. До новых встреч. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.